овсянка с сиропчиком и с бананом. Я ем вкусную дракошу, монтирую видео. Тут вещи разбираю, в общем, у нас полный кавардак, шторы снимаем, готовимся к Пасхе полным ходом. Саня разбирает вещи, нашел много обуви для себя, а думал, что у него нет обуви, да? Ты уже не отнес. Ну да, я не знаю, что они там лежат, это с меня туфли были нормально. Ну вот, сколько. Я-то всю свою обувь знаю. Да? Климкины сапоги вот эти можно уже убирать для Вовы, потому что на следующий год они маленькие будут. Вот эти сапоги кому-нибудь отдать надо. Они очень хорошие, кожаные, но каблук высокий, я такой не ношу. Вот это убираю, да? Да. Хоть я, кстати, так за зиму ни разу не надела. Молодец. А где второй коричневый? Надо повыбрасывать. Вот эти тоже отдать. Климка не носит их. Кого? Почему не носит? Они маленькие? Нет. Ну, они такие твердые, что ли. Ну, у него есть же, я купила. Эти же хорошие же. Томики. Ну, да. И что? Не знаю. Пиля загорает. И мой хороший, красивый. Белье у нас тут сушится. В общем, нашлась еще одна коробка обуви. Ё-моё, и все твое. Да. Сколько у тебя обуви, а? Выгонишь меня из дома, да, скоро? С этой обуви. И полквартиры будет пустой. Да, надо разобрать, пожалуй. Мне кажется, тут надолго застрял. У нас, блин, здесь разбор полета. Смотри, полный. Чтобы ее туда засунуть, нужно было ее разобрать. А теперь ее собрать тут не могу. Градость, блин. Вот эти коробки надо разобрать. Что тут есть? Сковородка вот эта, про которую я забыла. Вот так вот все складываешь, складируешь, а потом новое покупаешь, потому что забываешь, что есть. Умница нам. Пригодится еще. Вот такая чистота у нас получилась. Порядок, а не чистота. Ну и чисто, ты же протерся. Ой. Главное, чтобы ты помнил, я что помню. Там есть. Моя обувь наверху, твоя по центру, а здесь лего и коврик. Здесь хорошо. В общем, мы здесь все разбираем. Здесь у нас Sega лежала, убираем ее в ящик, Sega. Потому что не играем. Sega Mega Drive. Здесь уже порядок. Здесь и тут. Видно, кажется, какая пыль. Ужас. Несмотря на занятость и уборку генеральную, я все-таки нашла все силы накраситься, чтобы не ходить страшной по дому. Да, то есть ходишь страшно. Да. А ты вот видели бы вы его. Про молочок. Так места много без штор. А сейчас нужно будет вот это все повыбрасывать. Как тебе? Наугад, да, ты красишься каждый мой день? Мой новый макияж. Ну, что-то новое стараюсь. У меня теней его. Экспериментируй, чё как. А чем вчерашний отличается? Расскажи. Ничем. Не важно. Что-то он замечает в кавычках. У нас на балконе стоит куча света, которым мы редко пользуемся. Вот. Но он занимает очень много места. Я думаю отнести один к родителям. Потому что мы скоро планируем приобрести коляску.
и чтобы поставить сюда коляску временно. На днях будем собирать кроватку, может быть, даже сегодня, ну, если успеем. Сань, сетки ставь. Сетки стоят, но уже жара на улице, комары. Я уже месяц его прошу, чтобы он сетки поставил. Сайбель, ты сетки поставишь в этой жизни? Я уже есть хочу. Что у нас там поесть? Сейчас салатик себе сделаю. И, может быть, суп буду доедать. И фрикадельки, точно. Вкусный салатик. Сыр я не добавляла, посолила. Опа-опа. Осторожно, Сайбель готовит. Саня, короче, не хочет мой суп доедать. Я буду суп доедать. Он яичницу и фрикадельки. Обожала. Понял? Понял, понял. Почему прилипает, а? Я в конце весь не съем. Вон, видишь, три ложечки. Понял? Понял. Не надо петь. У тебя трава на губах. Кожечка. У тебя трава на губах. Пора делать ноги отсюда. О, вот она. Фрикадельки, наверное, отключать пора. Да. Кушать ты побольше, тебе надо хорошо питаться. Почему? За двоих. Почему ты хочешь есть только то, что тебе приятно? Нужно еще есть то, что полезно. Я бы вообще эти супы и не ела. Для тебя готовы, понял? Что это у тебя тут за месиво? Красота. $100 самое дорогое. Это мой кусок. Мы сейчас смотрим Аризону, как Птушкин прыгает с парашютом. Я вообще в шоке. Я тоже прыгала с парашютом, и Саня прыгал мы вместе. И я сейчас вообще не могу понять, как я могла. Вот сейчас меня ни за какие деньги туда не затащишь. Ужас. Причем я прыгала без инструктора. Ты без свободного падения, поэтому без инструктора. У тебя 3 секунды было на открытие парашюта. И сразу все. Высота 900 метров. Ну все равно, вот я поражаюсь, чем я руководствовалась и почему я на это решилась. Во мне сейчас абсолютно уже нет того максимализма и смелости, как раньше. Зеленый что делает? Я боюсь воды. Раньше вообще не боялась. Высоты я все боюсь теперь. И даже американских гор. Хотя раньше я все это любила. Катя, зеленый чай, мохито делала, да? Да. Ты бы прыгнул? Я бы это свободное падение с инструктором бы прыгнул. Нафиг. А так еще раз с такого же смысл. Вот молодец. Мы приехали в гараж искать Климкин домик свинки Пеппы. Ух ты, здесь у нас такой порядок. Ага. Сейчас мы найдем, не переживай. О, мамифуя! Мамифичка! Да. Клим находит здесь старые игрушки. Я нашла тут какие-то вещи. Старые туфли, рюкзак. Наверное, сейчас положу куда-нибудь. Ну, кому надо, заберут. Тут много чего можно найти. Старых игрушек, даже лук. Коврики там всякие. Тут лежит Климкина кроватка. Вот она. Вау! Папа, что в этом пакетике? Сейчас посмотрим. Значит... О, вот кубики, которые я искала. О, ну вот это кубики, это вот нужная штука. Ну. Так, о, здесь надувные всякие. Блин, что у нас только нет? Ну, хоть... А это что? Так, мы и не нашли домик свинки Пеппы.
Я предполагаю, что его украли. У нас недавно ограбили гараж, украли колеса. И, наверное, вот эту коробку с игрушками утащили. Там, где домик свинки Пеп. Сайбель качает колеса. Лим, ты что делаешь? Зачем? Зачем она нам нужна? Я буду покупать. Все, я вспомнила. Там у нас еще лежала коляска. Классная. Блин, так жалко. Детская коляска лежала такая игрушечная. Саня, я вспомнила. Помыть ее, мама. Не надо, сыночка. А чем мне ее помыть? Ничем. Чем? Мы ее здесь оставим. Нет! Можно я это, ее... это кукол купать. Ну можно мне я без зубика покупаю. Открой дверь! Зачем? Мы тут замочили штору. Я уже, Саня, два раза менял воду. Все равно, смотрите, грязная какая. Еще раз надо. Ну, то, что мы купили в магазине. Попробовать решила сметану. Типа домашний. Хумус взяла. Тоже новый попробую. Тут компотики. Полба для каши. Я когда варю овсянку, добавляю полбу. Ее надо долго варить. Желательно замочить сначала. То Саня себе взял. Чурчхела. Вкусняшки. Творог. Макарошки. Мой любимый сыр. Вчера попробовала, мне безумно понравился. Сегодня два взяла. Вот, вкусный очень. Льняное масло для салатика. Боржоми попить. И вот такие косички для супа. У меня тут тушится мясо и поставила воду на пельмени. У нас такой скромненький, ой, ужин. Мы только едим салатик. На камеру. А, да. Пельмешки с приправой маминой. Сыр мой любимый, вкусный. Если что, Клима сюда, я его буду. Да нет, он... Вкуснямба? Угу. Нет, не ужасно, прикольно, давай. Добрый путь! Эй! Вот настоящий ниндзя, посмотри. Вообще не прикольно. Как не прикольно? Ты чё? Вот. Смотри. Пошли. Пошли сюрприз. Ну рот там должен быть закрыт у ниндзи. Ну пошли. Зачем ты вот это вот взял и испачкал, а? Тут и он. Ох ты ж! Ну ты ниндзя. О, больно же ты, чё? А? Клим, смотри, как ты меня порезал. Сына. Да это прямо настоящий меч. Ну да, ты взял мне порез. Папа, что? Дай я надену защиту. Надень защиту. Наконец-то мы до тюля дошли. До тюля. Ой, вода какая грязная. Ужас. Вода реально. Надеюсь, это поможет сейчас при стирке. У меня уже почти готово. Капусточка. Саня завтра на обед, и мне, и Клим вечером поест. Обожаю капусту. Это, кстати, рецепт с роддома. В роддоме дают такую капусту с мясом. Ты же лежала сегодня уже. Да вот не могу стоять, что-то болит поясница. Надо тебе помочь. Ты как? Рядом лечь. А, нет. За весь день постирали тюль наконец-то. Да, что-то она все равно какая-то не очень белая. Ну, вроде бы чище, чем было. Первый день сегодня поставила... Брекеты. Ну, типа капы. Капа майки. И сейчас я буду их пытаться снять первый раз. Я есть хочу так, что я сейчас в обморок упаду. Пока она не поставила, ты дед. Папа, дай-ка посмотри. Что-нибудь тут?
туда. Сейчас, сыночка. О. Угу. Вот эти вот квадратики, да? Может быть, так быстро не надо их снимать? Оу! Не надо. Дай покажи, покажи. Мама. А теперь зубы покажи. Подожди. Ага. Мама, да нет, я тоже одену. Да ты что? Сына, нельзя это. Ты что это? Кака. Грязная. Сначала задние надо. А ты их при нем снимала? На ней что-нибудь встал, Макс. Надо его, кстати, снять. Ну, надо было попробовать. Папа, придумай, что налить. Они такие жесткие, я не могу понять. Зачем? Это пипец. Геморрой. Зеркало. Их еще чистить надо, слушай. Папа, придумай, что туда налить. Компот нальем сейчас. Ну, зачем он нужен? Воды обычно нальем. Давай. Компотчик. А. Да. Мама, зачем ты одеваешь эти зубы? Это пипец. Геморрой. Ты поставила зубы? А? Мама, это чтобы типа зубы не сломать. Да, да. Блин, не знаю, как средние снять. Вот так. Надо загуглить. От себя и вверх. Папа, да на ней туда уже. А, вон они квадратики, ага. И так каждый раз? Угу. Ё-мо. Сейчас ты их будешь надевать еще сложнее, наверное, да? Ага. Давай кушать! Его никак не оторвать. Нам их глядя решил собирать. Ты что такой красавчик? Эй! Кимос, я тебе не нравлюсь на этой шляпе? Нет. Папа же красивый в шляпе? Нет. Почему? Ходи, а что там такое? Мне прям очень интересно. Ух ты ж. Ну прям. Только честно, я его еще не купила. Это я у Оли взяла на примерку. Вот сюда выйди. Что-то я не могу понять. Я через камеру смотрю и непонятно, что дальше. Вот так посмотри. Еще дальше отойди. А оно что, вот так будет постоянно? Можно вот так? Ну вот так вот, мне кажется. Лучше, да? Ну да, как этот, в больницах Америки такие надевают, когда рожают, или когда вот точно такие. Но он очень не для беременных. Ну ты Матрёна в этом платье, конечно. Не, оно прикольное такое, ну я не знаю. Воком дай? Ага. А на плечи спусти. Может, так лучше будет. Ой. Сейчас упадешь на ровном месте. Повыше подними. Есть перебор. Фотка, где я в нем не беременна. Перебор повыше сними. О, подними повыше. Повыше не будет. Я сейчас покажу. Не, ничего не видно. Не, ну ты я могу вырезать и потом показать. Ты смотри сам. Прикольно. А боком есть? А что, по какой-то акции, что ли? Сколько она стоит? Более дает не за 20. 130. Ну ты определись, тебе нравится, нет? Ну-ка, подойди.